Завтра вся Россия отметит великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. Как и прежде, уже в преддверии грандиозного события по всей стране прошли различные мероприятия. Проходили они и у нас в городском округе. Одно из них – акция «Знамя Победы». Акция «Знамя Победы» – это была инициатива молодежного парламента при областной думе. Мы эту инициативу поддержали. К нам в город пришло такое полотно, и мы по всем учебным заведениям ходим и собираем подписи, как говорится, участников Великой Отечественной войны. Акция замечательная, яркая, огромная, и благодаря, конечно, инициативе совета при собрании городского округа Ахинский, благодаря инициативе молодежного парламента при областной думе, конечно, прошло все великолепно. Значит, задумка изумительная, то, что мы можем вписать своей рукой своего родственника, да, который отдал свою жизнь, либо как бы свое здоровье на, конечно, освобождение от фашизма. Баху знамя прибыло 22 апреля. В городском округе оно будет находиться до 2 августа, потом отправится в Южно-Сахалинск, где будет сшито в одно полотно с частями из других муниципалитетов. 2 сентября в парад Победы над японскими милитаристами знамя, которое к тому времени будет составлять порядка 70 метров, пронесут по улицам столицы острова. Самое главное, что впервые, да, такая акция проходит направлена именно на молодежь. То есть, чтобы именно молодые люди, молодое поколение, конечно, оставило свой отпечаток в этой истории. Значит, мы уже прошли, конечно, по всем образовательным учреждениям, но также сделали акцию и для взрослого населения, у кого, например, не осталось родственников на месте, да, в городе Ахе. Мы проводили акцию в управлении образования, куда приходило население и вписывало также своих родственников. Также у нас учителя принимают участие, да, в учреждениях и вписывают также своих дедов, даже есть отцов. 7 мая «Знамя Победы» побывало в 7-й школе городского округа. Торжественное мероприятие проходило в течение дня. Ребята принесли фотографии своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Второй мировой. На этой акции мы записываем имена, фамилии, имя, отчество на знамя, и которое отправится в Южно-Сахалинск. Я пришла с фотографией, чтобы не забыть фамилию, имя, отчество, где воевал, каких годов. Чтобы мы никогда не забыли о них, то, что они старались ради нас, победили. Я понимаю, то, что значит эта акция. Мы пришли на эту акцию, мы вписываем туда своих родственников, которые воевали, защищали нашу родину, и благодаря им мы сейчас можем учиться, бегать, жить под мирным небом. Мы вписываем их, и мы никогда их не забудем. Знамя Победы является символом победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, а также государственной реликвией России и одним из символов нашей государственности.